Греческий меценат, президент строительной компании «Гефест» Пантелеймон Бумбура стал новым почетным гражданином Одессы и получил почетный знак Одесского городского головы Григория Морозли первой степени за многолетний труд на благо громады, выполненный в виде ордена. Мецената наградили во время торжественного празднования в оперном театре по случаю 226-летия со дня основания города. Вручается стрічка почесного громадянина міста Одеси. Спасибо Одессе, спасибо мэр, что за эту награду. Я живу примерно 25 лет в Одессе. Для нас, греки, Одесса – это святой город. И эту награду лично мне и моя семья дает желание и сил больше, что сделаем сколько можем за эту город, который для нас это второй родина. Но надо благодарить и наш мэр, потому что он дает много людей, как я, желание, что сделать что-то для города. Спасибо. Почетный гражданин города Одессы подчеркнул, этой награды не было бы без поддержки единомышленников и семьи. Получить признание любимого города – большая честь для Пантелеймона Бумбуруса. Я хочу сказать спасибо Одессе и мэру Одессе для этой награды. Эту награду я получил не сам, но вместе моя семья. Мы живем здесь много лет и любим этот город, потому что для нас, греки, это город, святой город. И все знают историю греческую здесь, что жили греки, что Морозли, что есть Грецкие площади, Фелькиты, реки, все это. И эта награда дает нам желание и сил, что этот город, который любим, будем сделать еще сколько больше можем. Пантелеймон Бумбурас – один из крупнейших меценатов в Украине, президент строительной компании «Гефест», председатель благотворительной организации «Фонд Бумбураса», возглавлял административный совет филиалов Греческого фонда культуры в Одессе, инициатор создания и президент Ассоциации греческих предпринимателей и предприятий в Украине. Меценат Пантелеймон Бумбурас – инициатор строительства Греческого парка в Одессе, любимого места досуга одесситов и гостей города. Кроме того, почетный гражданин Одессы – обладатель ряда почетных наград, среди которых почетная медаль министерства Министерство обороны Украины за вклад в развитие вооруженных сил Украины и почетная награда «Варта подвига» Министерства обороны Украины за постоянное обеспечение лекарствами раненых военнослужащих участников АТО. Я получил удовольствие, когда в 2016 году министр обороны дал мне ордер, что я сотрудник вооруженных сил Украины. Я помог армии, зона АТО и так далее. И я, для меня это ордер, это очень дает мне радости, потому что когда Украина тяжелое положение, я старался сколько мог. И этот день, когда министр говорит, что первый иностранец, который получает этот ордер, я получаю. Отметим, что почетная награда Одесского городского головы имени Григория Морозли учреждена в 2003 году. Награда вручается за весомый вклад в развитие Одессы в экономической, научно-технической, социально-культурной сфере, активную гражданскую благотворительную деятельность и меценатство.